Сормский район стал первым районом Нижнего Новгорода, где уже сейчас, в самом начале лета, закончено благоустройство всех 11 объектов, которые выбрали жители по программе «Вам решать». Мини-стадион сегодня проверил мэр города Юрий Шалабаев. Это здесь же было покрытие все это, изодранное, да, и фактически, ага. Благодаря проекту удалось восстановить покрытие, восстановили все защитные стенки, которые металлические. Они нормальные, кстати, это сетки? Нет, выдержат? Нормально, выдержат. Потому что мы в парке, например, вот я вчера ходил, как раз смотрел, как День России там проходит, ну, дополнительные сетки просто такие висящие поставили, чтобы не было ударов на эти, чтобы они тоже можно подумать. Хотя тут, ну, вот эти вот более-менее нормальные, не как 3D вот это вот. 3D это вообще, 3D, конечно, это проблематично. Поставили новые кольца, щиты, перекрасили полностью стадион и поставили новые стельки. Мы отлично. Каждый день выходим вот вечерком поиграть вот так вот дружной компанией, вот весело вот так вот поиграть все вместе. Мы заменили резиновые покрытия, защитные металлические стойки, обновили баскетбольные щиты, обновили волейбольные площадки. Ребята в восторге, занимаются здесь спортом всегда. В прошлом году я здесь обход совершал и обратил внимание на состояние стадиона. То есть было непотребное какое-то покрытие, где невозможно, даже небезопасно было играть. А сейчас это хорошая, современная, многофункциональная коробка, где можно играть и в баскетбол, и в мини-футбол, и в волейбол. Все для этого есть. Ребята вот уже ее осваивают. И такой подход нормальный вместе с... В прошлом проекте они реализовали, эта школа, вот за моей спиной, воркаут, который тоже пользуется популярностью, используется на уроках физкультуры. А в этот раз сделали коробку, что, собственно, такая комплексность такая, она идет на пользу, конечно, занятиям физической культуры в конкретном учреждении. Многие школы идут по этому пути, но решение принимают жители, которые голосуют за эту площадку. Например, проголосовал, по-моему, 1600 человек. Это для проекта «Вам решать» за конкретный объект достаточно большой такой объем голосов, достаточно большое количество проголосовавших. Поэтому, конечно, она будет востребована.